Кто назначает представителя Центробанка? Кадровые назначения осуществляются по процедуре, прописанной в законе, в том числе о Центральном банке. Кто назначает председателя Центробанка? Я вам скажу так. Председатель Центробанка не может быть назначен без определенных согласований с американцами. Кто назначает председателя Центробанка? Кто физически назначает председателя Центробанка в Российской Федерации? Вот вы сейчас хотите, чтобы я вам назвал Государственную Думу? Я хочу, чтобы вы мне назвали, кто подписывает это постановление. Я вам объясняю, что это указ. Что само по себе. Кто? Назначение кого? Кто? Дума? Президент? Сейчас. Кто? Ну, я уже отвечаю на ваш вопрос, да? Я вам отвечаю, что процедура назначает председателя Центрального банка, в которой предусмотрено в том числе решение Думы по процедуре. Так, подождите, значит, как устроена процедура? Значит, так, Дума хорошо. Голосует за... Похоже, вам все надо начинать сначала. Нет, мне не надо начинать сначала. Мне надо, чтобы вы мне отвечали на вопросы. Если вы реалист, то вы не надо выдергивать контекст. Отвечайте мне, пожалуйста, на вопросы. Кто подписывает решение о назначении Набиуллиной председателем Центробанка? Президент? Решение подписывается Государственной Думы, постановлением Государственной председателем Думы. Государственной Думы. Да, он же председатель, он не начальник. Я понимаю, подпись стоит Володина. Да, на основании решений Государственной Думы, решение Государственной Думы формируется фракциями и партиями на основе фракционной дисциплины. Партии и фракции финансируются по линии олигархов Соединенных Штатов Америки и функционируют в системе Конституции с обязательным по 15 статье пункт 4 реализации решения по общепризнанным принципам и нормам. Означает ли это, что вся Государственная Дума наша является... По Конституции внешнеуправляемым субъектом. Вот. Да? Да? Да. Единая Россия, партия, которая финансируется и управляется из-за рубежа? Единая Россия... Партия, как и все другие партии, которые в соответствии с Конституцией обязана обеспечить принятие Государственной Думы решений, вырабатываемых в Соединенных Штатах Америки. То есть она управляется из Америки? Вы меня сейчас услышали? Я услышал, вы говорите следующую фразу. Я вам говорю, все партии выполняют Конституции, прописанные законы, люди так проголосовали в 93-м году. Я вас спрашиваю не про людей, я вас спрашиваю конкретно про Единую Россию. Это отвечаю. Партия, которая управляется из США? Я вам отвечаю, государственная политика России управляется из США, и органы власти России управляются из США по Конституции.